Доброго времени суток, YouTube. Доброго времени суток, все наши уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня у нас произошло эпохальное событие. Каналу более 6 лет, около 7 лет. Мы существуем, нас с вами, уважаемые подписчики, 15300 с чем-то. Это большая цифра. И мы сегодня сделали маленький шаг вперед. Этот шаг выглядит следующим образом. Вы его видите на своих экранах. Канал получил новое название. Если раньше он назывался «Первый психофизиологический», то сейчас это более широкое, обобщенное название. Канал получил именно как «Человек и мир». Соответственно, наши программисты, наш технический директор Петр с его командой программистов, они изменили много. Они изменили канал, его дизайн, и предполагаем, что к нам присоединится еще очень много человек. В каком смысле? Если раньше канал был моим индивидуальным, значит, делом моей жизни, то сейчас это дело становится более широким, развивается. К нам присоединяются многие другие люди, мои коллеги прежде всего. Здесь вот наши программисты даже сделали такой пост в нашем сообществе. Обновились, собрали новые идеи, скоро готовы будем рассказать о них. Очень все интересно и здорово. Темная тема, это супер, это круто. На мой взгляд, выглядит очень здорово. Дизайн классный. Переподписываться от вас не требуется. Вы также можете продолжать заходить на этот канал. Единственное, что обратите внимание, если иконочка у вас на канале была синяя, то сейчас у нас темная тема с такими оттенками синего, так скажем. Ну и, соответственно, немножко изменился значок. Над дизайном, возможно, еще будем работать, но, скорее всего, нет. Мне кажется, что получилось очень классно. Канал называется «Человек и мир». Собственно, на этом все. Я всех вас поздравляю с новым шагом в нашем развитии. И я вас уверяю, впереди вас ждет очень много интересного, очень много интересных. Подчеркну это слово очень с большой буквы, все напишу. Очень много интересных видео, самых разнообразных, не только от меня, но и от других людей, от наших коллег. Собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.